Давайте про найцікавіші моменти виключно з цих двох ситуацій, я знаю, що там є багато цікавого. По да. первых, давайте візьмемо по... перший – це тендер на 124 двадцять тисячі. Так, з парканом. Так, який зв'язано з парканом. Що здесь привозять? Якщо взяти протокол засідання тендерної комісії. то получается очень интересная ситуация, что вот этот ФОП Муромских, ему разбили тендера вот эти для того, что... Ну, объясню сразу. Если работа или услуги проводятся до 200 тысяч гривен, то тендер проводить не обязательно. Можно просто идет публикация в прозор. Вот. Так касательно по этому договору, вот этим протоколом тендерного комитета Поэтому ФОП у Муромских ему разбили объекты. Я сейчас посчитаю, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 16 объектов. Вот посчитайте, что даже шестнадцать объектов по 100 тысяч гривен – это миллион, миллион 600. Для чего это делается? Обычно, если тендер проводится прозрачно или работы проводятся, к примеру, прозрачно, то объединяются все объекты в один и выставляется общая сумма, например, там 2 миллиона гривен и объявляется тендер. Для того, чтобы его обойти и не проходить тендер, то вот эти лоты разбиваются на очень маленькие лоты и работы и услуги. Таким образом, тендер возможно обходить, то есть не нужно ни, как бы не создавать никаких ни фирм, ни ЧПшников, никого для того, чтобы не, не усложняться.